Вид из окна первого этажа у Раисы Васильевны выходит на бетонный водозабор с колючей проволокой. Это унылое зрелище для 91-летней женщины решила преобразить ее дочь Евгения. Уже 30 лет она живет в Санкт-Петербурге. Там она познакомилась с художником Аланом Альбеговым. С ним она поделилась своей задумкой. И уже вскоре художник написал картину специально для осуществления этой идеи. Алан сказал, что он дарит эту картину моей маме. Это безвозмездный дар, за что мы все ему очень благодарны. На картине изображена набережная города Герцог-Нови в Черногории. Заливом Котор, его называют местные, Которский залив, с яхтами, кораблями. Идею Евгении поддержали саровские художники и детская художественная школа. За работу взялась инициативная творческая группа Антон Климов и Олег Паточка. В течение месяца художники переносили картину Алана Альбегова на забор. Теперь осталось дополнить ее несколькими деталями и покрыть лаком. А еще предполагается, что картину украсят светодиодами. Есть идея еще подсветить окошки светодиодами. Здесь вот рядом дерево с этим забором, и там висит такая небольшая гирлянда, которая днем заряжается от солнца, а вечером она включается и начинает светиться. Вот мы подобную технологию распространим на окошке, на которой вот нарисованы на городе. Предварительно в конце июля арт-объект должен быть завершен. Но уже сейчас картина радует глаз и преображает вид из окна не только для Раисы Васильевны, но и соседей. Полюбоваться искусством приходят и другие саровчане. Тут много людей ходит, и эта женщина тоже в том числе. Всех впечатления хорошие. Нам тут даже приносили, дарили шоколадки. В общем, народ так с благодарностью воспринимает этот процесс, с интересом наблюдают. Дочь Раисы Васильевны хочет расширить проект и предложить администрации сделать целую галерею пейзажей с видами различных городов, тем самым преобразив пространство и сделав Саров еще красивее. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.